Всем привет, с вами Сергей и Виктория Мартынец. Мы сегодня в Киеве после большого события от нашей компании. И сегодня мы хотим показать и рассказать вам о важности, о поддержке вашими близкими, вашими друзьями, вашими родителями прежде всего. Да, мало того, что да, то, что сказал Сергей, мы друг друга поддерживаем, очень важно и большое огромное спасибо маме и папе, да, которые нас поддерживают. Мы ездим на все события. С трехмесячного возраста мы посещаем все события компании. И они всегда с нами. Они могут нас подменить, помочь, поддержать. Помимо этого всего, они разобрались в этом бизнес-предложении. И у мамы есть, с папой небольшая своя команда. Они тоже строят этот бизнес. И вы знаете, это очень классно и круто, что мы семьей здесь все вместе. Попробуйте донести важность, да, и попросите, если кто-то не может подобрать слово, попросите о помощи у своих родителей. Скажите, что вы видите будущее с этой компанией, да, вы видите в будущем в развитии этого бизнеса. И я думаю, что на ваши слова о помощи они вам помогут и поддержат вас. Ну, я думаю, самое главное, вы должны первых своих партнеров, это должны быть, конечно же, ваши близкие, ваши родители, ваши родственники. Поэтому найдите слова, разберитесь и помогите разобраться вашим близким в этом предложении. Ну, затем, конечно, появится у вас большая команда, большие, крупные, сильные лидеры, и, конечно, будет все то, к чему вы идете. С вами был Сергей и Виктория Мартынец. До скорых встреч. Увидимся на событиях компании. Пока-пока.